Улан-Удэ приоткрывает завесу над таинствами разных религий, которые мирно соседствуют здесь испокон веков. Шаманизм. Архаичный, языческий, загадочный. Участники его обрядов посредством медиумов общаются со своими предками. Улан-Удэ познакомит вас и с философией буддизма. Здесь каждый сможет найти свой путь, начав путешествие с самого главного буддийского храма страны и Волгинского дацана, резиденции главы буддистов России. Хамбо-лама Итыгелов когда-то был настоятелем буддийского храма. Сегодня его имя одна из главных святынь у буддистов всего мира, как и одна из самых больших загадок Вселенной. Через 80 лет после его физической смерти тело монаха остается нетленным. Традиция канонического православия в Забайкалье насчитывает уже 4 века. Чуть меньше на этих землях проживают и старообрядцы-раскольники, сосланные сюда в середине 18 века. Сегодня их культура признана ЮНЕСКО шедевром наследия человечества. На окраинах Улан-Удэ много веков назад стоял город кочевников, великих завоевателей гунн. Погребенное в земле гуннское поселение – одно из древнейших в России. Сто километров от Улан-Удэ, и вы у самого глубокого и чистого колодца планеты. Озеро Байкал – пятая часть мировых запасов пресной воды. Это священное море известно своими легендами и редкостной красотой природы.